С марта начали прием заявок по программе микрокредитования молодежи. Документы президента сдают в областной филиал аграрной кредитной корпорации. В Управлении координации занятости и соцпрограмм состоялось первое заседание комиссии. По данному вопросу рассмотрены заявки на льготный займ 27 молодых людей. Один из претендентов на получение микрозайма – Адильхан Кубаев. 4 месяца назад он начал заниматься выращиванием микрозелени. У технологии гидропоника довольно много нюансов, которые требуют серьезного внимания. Но несмотря на столь короткий срок, продукция, которая действительно нацелена на здоровый образ жизни через правильное питание, набрала популярность, и предприниматель задумался о расширении производства. Мы реализуем свою микрозелень через супермаркеты, торговые точки, через рынки. Также сейчас начали работать с банкетными. Это наш проект, цель нашего проекта – это здоровое питание. В будущем планируем расширить на весь западный регион. Это Ахтюбинск, Атырау, потому что есть запросы, у нас ведем Инстаграм, и по комментариям отслеживаем. Люди спрашивают в Ахсай, Ахтюбе, Атырау, все спрашивают нашу микрозелень. И в течение года мы планируем увеличить объемы. Проекты самые разные. Кто-то расширяет свое дело, кто-то только совершает первые шаги в предпринимательстве. В любом случае предложения кандидатов должны быть продуманы, просчитаны, с доказанной возможностью получения результата и прибыли. После того, как будут заслушаны заявки всех претендентов, комиссия примет решение. Комиссия рассмотрела документов 27 претендентов на этот займ. Также хочу отметить, что в этой программе могут принять участие молодежь в возрасте от 21 до 35 лет, вне зависимости, работает ли молодежь или не работает. Главное наше условие – это первое, молодежь должен быть зарегистрирован как ИП, не более 5 лет, также наличие залога имущества. В качестве залогового имущества рассматривается как недвижимость, так и специальная техника – трактора, экскаваторы и многое другое. Екатерина Шмидт, Асламбек Саламатов, Таншолпан Амирханова, телеканал Акжаик.